Давай еще. Чуть-чуть промазал. Запомнил центр? Нет, их можно, если не нравится, можно поменять. Ничего не нравится. Да? Нет, ну ехали на операцию, я же не буду. За как больше? Оптика пристрелена? Подожди. Оптика пристрелена? Да. Что-то он вверх бьет. Ну сделай, дай попробуй. Подожди, давай ебнем раскрыть я. Проверь, может не пристрелено. Пойди, глянь. Что он не может. Хорошо бьет. Ну сейчас четко в центре почти. Ну. А ты... Можно в Соболя разок? Не надо нас. Трофим, поздно снимем, блядь. Интернет-канал «Батальон Славянск», подразделение легендарного «Моторолы». Сегодня на блокпосту, командиром которого является Святогор, будет, скажем так, поднятие флага Новороссии. Сейчас нам объяснят, зачем это делается и почему. Мы подразделение группы «Крым», состоящее из 7 человек, поставлены здесь волей своих убеждений защищать новосозданное нами государство, Новороссия. Будем здесь стоять до последнего, чтобы воплотились все наши заветные мечты, те, которые накопились за годы так называемой независимости Украины, которую просто стоптали грязными ногами наши, так сказать, враги, будем говорить прямо. И поэтому мы здесь будем стоять до тех пор, пока победа не будет за нами. Она будет за нами, потому что за нами правда. Только с правдой человек всегда будет побеждать. Так, вы услышали то, что сказал Святогор. Теперь посмотрим на его бойцов. Так, над блокпостом флаг Новороссии. Ребята несут службу. Пока они несут службу, Святогор нам объяснит, когда, по его и мнению его бойцов, закончится эта война. Сразу так сложно сказать. Но мы будем делать все возможное и надеяться на то, что наше командование ускорит. Ну, я думаю, что до конца лета, к середине осени, все поставлено будет, все точки над «и». Чем объясняется такой оптимизм? Вером, верой и упорством. Это все, что в наших сердцах. Вот вы занимаетесь политикой и собираетесь создавать социалистическую партию Новороссии, выдвигаться в органы власти нового государства. Будущим своим избирателям скажите, что вы будете делать в политике после того, как закончится война? Однозначно. Даже в независимой Украине я в сердцах, в своем уме у меня была единственная цель – построить социально справедливое государство. Где бы ни было подавляющего большинства жирующих котов, чтобы люди работали во благо общества, для общества, а не индивидуально для себя. Это единственная моя мечта, я считаю, думаю, что и уверен. Это мечта каждого человека, стоящего рядом со мной. Я просто уверен в этих парнях, как в самом себе, и готов положить свою голову ради их жизни. Спасибо.